Покажи на ошибки, пожалуйста. Спасибо, Знаточ. Сейчас посмотрим. Ну, вообще, это похоже на пранк. Да, честно говоря, похоже на пранк, что как будто человек что-то, в принципе, мог бы, но просто специально как бы занижает скилл. Но окей, если представить, что это не пранк, то, соответственно, поехали. Ну, во-первых, да, не должно быть никаких скрипов, то есть при старте не может быть. Если вот так вот стартуешь, то считаешь, что ты хочешь сказать фразу, допустим, там, любимой девушке, там, признаться в каких-то чувствах, и ты прям, дорогая Нюта, ты мне очень понравилась. То есть это примерно так же звучит. То есть поэтому никаких скрипов, шорохов. Это провал сразу. Дальше, поехали. Большой палец не может находиться здесь, потому что так у тебя получается сразу же раскосая конструкция, которая у тебя будет разваливаться. Поэтому если ты берешь любой предмет какой-то, ты же не берешь предмет вот с таким большим пальцем. Ты берешь его всегда напротив указательного среднего. Гриф в этом плане от кода предмета не отличается. То есть вот позиция до начальной этой стартовой квинты. Потом ты ставишь руку вдоль струн, но надо ставить поперек струн, для того, чтобы было нормально валило, строго всегда поперек струн. Значит, дальше. Звукоизвлечение. У тебя типичное поглаживание с опоры. Вот такое. То есть должно быть всегда валилово с замаха. Если ты хочешь получить нормальный панчевый звук, только с замаха. И шестая, и квинта. Дальше. Да, все перемещения тоже получается. Здесь тебе нужно через суперудар. То есть заглушаешь все правый, без всяких скрипов. Перемещаешься чисто по воздуху, без, опять же, скрипений. Да, без по ритму. Видишь, когда начинается суета на прыжках, получается, должно быть, опять же, то есть все это как бы медленно прокачивай метроном. Да, все, ну прям ультракривое. То есть начиная с самого первого кусочка и просто его как бы медленно, нормально вкачивай в пальцы. А так, да, как бы к просмотру два ключевых урока на канале. Как правильно высекать и позиция, постановка левой руки с видом из глаз. Поэтому здесь, да, все полностью на переделку.